Ной! Миссис Пидула! Ты такой классный, согласился посидеть с детьми. Господи ты боже! Нет, ну правда. Ладно, обнимите меня, раз я такой хороший. Ребята, это Ной, он посидит сегодня с вами, ладно? Уверена, вы отлично повеселитесь. А мы вернемся не позднее часа ночи. Круто! Уёбищная работа! Эй, Ной, хочешь кое-что понюхать? Что, милая? Блять, духами в рот, ты ебанутая! Моя настоящая няня Нэнси делает, что я скажу! Слышь, чё? Я не настоящая няня. Здоров, тампон. Я няня из серии «Валяюсь на диване, жру бурито и убью нахуй, если не будешь слушаться». Пшёл нах! Я тебе, блядь, покажу, пшёл нах! Я твоей матери сиськи обкончал! Ненавижу тебя! Взаимно, сучка. Тебе пиздец. Привет, я на вечеринке, заглянешь? Наверное, не стоит. Я думала, может, перепихнёмся? Ну, в принципе, можно подумать. Куда мы едем? Так, играем за волейбол. Первый, кто не завалит, проиграл. Раз, два, начали. Простите, я жидко упустила. Будь другом, захвати вкусняшек по дороге. Угощайся, но не обольщайся. Мы писать сейчас. Ты приволок малолетнего пацана к барыгам. Слышь, Фонзи? Этой зимой. Брат, детям тут не место. Они не дети, а карлики. Это и вообще 48 лет. Привет. Я уже бабушка. Вот она что. Тебя как звать? Сол, Сол Бэби. Сол Бэби, не сыпь мне сол на сахар. Свобода Анжели Дэвис. Лучше стоя, чем на коленях. Так точно, брат. Давай, чтобы все в порядке было. Хуяси в теме, пацан. Чё хотел, снежок? Где мой мини-вэн, чё хотел? У нас чё, проблемы? Просто одни ключи. Ты чё, жиробас, рамсы попутал? Короче, рассказываю. У меня на шее трое маленьких ублюдков. Поехали, мудила. Кончай залупаться, Родриго. Подруга попросила купить ей кокса. Ты ворюга, я тебе глаза нахуй вырежу. Так что теперь меня наверняка ёбнут. Джона Хилл, я пришел за ебучими ключами от ебучего фургона. Вот что я хотел. Бля, я влюбился нахуй. Порядок. Я цел. У тебя реально крутой стиль, брат. Благодарю за комплимент. Если нам когда-нибудь понадобится ебанутый белый пацан, готовый получить торец от страшных ниггеров, я наберу. Аминь. Аминь. У меня тоже просьба. Если чё, завалите малолетнюю пиздобратью, с которой я нарисовался. Лёха, я не понял, что ты сейчас сказал, но звучит заманчиво. По-любому, малыш, пиздали бы фарау, брат.